С 1 августа Молдова официально вступает в избирательный период проведения президентских выборов и республиканского референдума, назначенных на 20 октября. У кандидатов в президенты и поддерживающих их политических партий есть около 3 месяца на проведение предвыборной кампании. Поставщикам медиауслуг будет разрешено транслировать только социальную рекламу, одобренную Центральной избирательной комиссией. До 8 августа рекламодатели должны представить в ЦИК декларацию о намерениях и информацию об условиях предоставления рекламных площадей и других сопутствующих услуг, включая средние цены на рекламные площади, применяемые за последние 6 месяцев. Крайний срок подачи документов для регистрации избирательных блоков, поддерживающих кандидатов в президенты, 25 августа. В период выборов компании и специальные организации могут проводить опросы общественного мнения о политических предпочтениях избирателей только с разрешения ЦИК. Заявки на получение разрешения на проведение опросов общественного мнения должны быть поданы до 10 октября 2024 года, а заявки на получение разрешения на проведение экзит-полов до 13 октября этого года. Среди кандидатов в президенты к этому моменту действующая глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев, Влад Филат и Ион Кику, бывший лидер платформы «Да» Андрей Настаси, экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, председатель нашей партии Рената Усатый, экс-министр обороны Валерий Плешко, бывший башкан Гагаузии Ирина Влах, журналист Наталья Мораль и прокурор Виктория Фортуна. В тот же день, что и президентские выборы, пройдет референдум по изменению Конституции относительно вступления Молдовы в Европейский Союз. Документы для регистрации избирательных блоков для участия в референдуме должны быть поданы до 14 сентября. Пока документы в ЦИК подал только политический блок «Победа», в который входят 4 партии, объявившие, что будут голосовать против изменения Конституции. Комиссия зарегистрировала заявление представителей политического блока.